Всем привет! Итак, есть у нас персонаж, допустим, с анимацией, все готовый. И мне понадобится еще один вот такой вот именно каннибал. Но делать еще анимацию одну я не хочу, именно персонажа на эту сторону. Как вот это все дело развернуть? Смотрим. Заходим в Object Mode, выбираем. Так. Аж можно лодку скрыть. Так, вот этого план можно закрыть. Так, выбираем всю анимацию зараз, на всякий случай. Единица на нампаде делаем. Так, тройка на нампаде, допустим, Shift D. Дублируем нашего персонажа, щелчок, Move. Вытягиваем его назад. Так, Ctrl Z. Вытягиваем его назад. И вот теперь делаем манипуляцию такую. Нажимаем. Так, здесь я вам уже, наверное, включу скринкаскей, чтобы вы увидели, что именно я буду нажимать. Так, SX минус 1. Щелчок не работает. SX минус 1. Все, вот щелчок. Мы развернули нашего персонажа. И теперь у нас получается, что... Итак, у нас два персонажа гребут на каное. Также можно добавить и третьего, и четвертого. Просто скопировав теперь двоих вот этих персонажей. И будет у нас полноценное прибытие каннибалов на остров. Все, всем пока, до свидания.